Всем здорова, с вами Краулер. Сегодня я играю в игру The Endless Forest. Переводится как, наверное, конец леса. Может, окончание леса. Ну, назовем, давайте, опушка леса. Про что эта игра, я вообще не представляю. Совершенно. То есть это как бы ММО про оленей. Уродливых оленей с убогими лицами. Так вот, я маленький олененок сейчас, наверное, буду прокачиваться на мобах. Это NPC. Но я что-то сделал. Чтоб я... нажмем это. Так, ага, это типа действие, да? Чувак, как идти? Уйди, чувак. Может, надо встать? Ага, вот я побежал, отлично. Деревья тут. Бегаем, прыгаем. Так, вместо карт у нас просто элементарное расположение по бокам экрана. Так, пенек. На пенек, может, удастся сесть на пенек. Прибежит злобный моб. Ага, я просто сажусь. Так, встать. Так, давайте просто потыкаем. Посмотрим, что это значит. Это что? Наклонить. Ага. Башкой кинуть. Наклонить. Поюсь, да, верно. Чувак, что ты съел? Почему ты так рыгаешь? А это? Тык. О, я вижу оленей. Дайте к ним. Подожди, чё ты? Ага, вот, вот, я понял. Интересно, ты умеешь плавать? Здесь тебе не надо. Как... Чёрт, да он Иисус! А, нет, чё он там по дну ходит? Я уже думал, по воде беги. Так, окей. Давайте подойдём. Что тут происходит? Тоже какие-то нубы стоят. Давайте я тоже так встану. Так, танец, танец. Это? Нет, не это. Это нет. Нет, нет, нет. Что дальше? Орём его на него. А это что? Что он делает? Так, а это? Так. Как там это? Опять все закрутилось. Так, забыл. Лифтанцы. Так. Мечтал побыть оленем. Ну так что дальше? Блин, что-то я не знаю, как здесь прокачиваться. Побежим на какой-нибудь маркер. Посмотрим, что будет. Довольно однообразный лес. Так, он сам побежит, наверное. Можно потереться от дерева. Это зачем? Походу, там мертвый олень. Или он спит? Что он за олень? По-моему, олень заколотый рогом. Или там два оленечка. Я не пойму, что это. Ну и что, давай потрёмся. Оленя. Можно тоже лечь. Так. Не, перестань, перестань. Пошукай, мать. Вот это. Зеленого змея погулять.
Блин, ну что делать-то? Хотя вокруг кто-то там прыгает, скачет, я слышу. Глядимся, где кто? Вон олени скачут. Так, давайте потремся от дерева, здесь же можно от дерева было тереться. Давай, трись. Что нам это даст? Ага, ага. Просто почесаться? Окей. Замечательная просто игра. Для ценителей. Может, здесь можно пофилософствовать на тему, кем я был в прошлой жизни, кем я сейчас являюсь. Чё-то почему все огромные олени, а я нет? Может, надо почаще заходить в игру, и почему листья пропал? А, вот листья. Камни. Чёрт, я не знаю, я сдаюсь. Зачем, что, почему, как это вообще игра существует? Какие-то знаки, символы. Возможно, мне стоит купить косячок и запустить игру еще раз. Наверное, тогда я пойму больше. Так, а может... О, на shift можно бежать. Черт, клавиши тоже работают. Я куда-то прибегу сейчас. Грибы. В этой игре есть грибы. Отлично. Скушай грибок, чувак. Как это сделать? Скотина. Так, что это за место? Можно это вход в подземелье? Нет, это вода. О, попить воды. Отлично. Я стал белкой? Я стал белкой. Мне нравится эта игра. А косячок я все-таки возьму потом. Черт. Эх, а может я еще кем-то смогу стать? Ну-ка, давайте еще раз попьем. Попьем. Знаете, был бы я человеком, я попил с козленочком, да? Но если пьет олень, он становится или зайцем, или белкой. Ой, какой заяц чудный. Зайчик. Опять я брел закрыл, давайте пьем еще раз. Возможно, я стану лягушкой на этот раз. Так. Давай, пей, пей больше. И? Я угадал, я лягушка. Так, а у меня же не такие же функции, да? Я могу квакнуть. Один раз. Квак. Брк. Брк. Ну, тут знаки бесполезны. А если мы еще раз попьем лягушкой? Лягушки пить нельзя. Блин, может, у нее... Теперь, может, эта игра угадывает мысли. А знаете, кем я хочу теперь быть? Кем же стать-то? Давайте терминатором. Давай, пей. Я хочу быть терминатором. Ка? Я птичка. А? Эй, нет звуков. Шк, перелетает. Птичка может потеряться от дерева. Да, потеряемся от дерева. Интересные звуки. Я вылетаю из круга. Ну, потому что здесь вокруг растут грибы, поэтому, наверное, я представляю себя разными животными. Так, ну давайте попьем последний раз. Что это было? Так, теперь... Летучая мышка. Никакие звуки не произносит, окей. Еще будем пить. Это довольно круто. Так. Опять мышка. Ну, ребята, вы повторяетесь. Так. Давайте сбегаем куда-нибудь. Вот это что за знак. Сбегаем на него.
посмотрим, что он означает. Крутой лес, ой, я могу прыгнуть. Хопа! Хопа! Ну, развалины. Смена обстановки. Это лучше. Белочка. Белочка. Олень спит. Я могу высосать у него душу. Или что это значит? Да, потрёмся. Брык. Теперь ты расти не будешь. Не повысишь свой уровень. Черт, игра скучна. О. Здесь дерево неспроста. Тоже наркоманское, если рядом с грибочками стоит. О! Тыся дерево, скотина. Вот оно. Теперь поешь травы, да? Поешь травы. Я превращусь в... Что? Что было? Это что такое? Окей. Я буду орать на дерево, пока он не прокачает. Ладно, окей, не работает. Давайте еще раз попробуемся. Сожжем травки. А, шишки. Мы едим шишки, и мы можем скинуть рога. Не, давай, вставай, чувак, вставай. Черт, а на М нажать, на тап нет. И игроков нету. Так, а куда тогда еще сбегать? Так, окей, побежим еще туда дальше. Может быть, здесь нужно насаживать на рога людей, тогда ты прокачаешься. Ну, кстати, смена обстановочки. Кстати, там олень спит. Чё олень спят все время? Рога тебя подшибать себе поставить. Так, уже где-то я рядом. Чё, я прибыл на место? Вот это вот береза. И давай потрёмся. Тебя шишка не падает. И куда мы можем еще прискакать? Мостик. Да, сейчас мы кей попьем. Нам дадут там второй левел. Оба. Далеко не запрыгну. Ай, попрямся, что, чувак. Что у тебя с лицом не то. А, мышка не делает что-то. Так, как это? Не, иди сюда. Черт. А ну нафиг эту игру. Нет, я уверен, что вы не поиграете, они даже не узнаете. О, тусовка, опять новая тусовка. Оленя пройти надо. Мудак! У него с лицом, на нем маска, чехол. А, он, типа он прикинул, что он не олень. А как я танцевал, забыл. Вот эту замечательную мелодию заканчивает видео. С вами был Кравлер, до встречи в новых видео.